Добрый день, друзья! Привет, братишки и сестренки! Сегодня по просьбам расскажу, как сделать домашнее задание для нашей команды, для тех, кто участвует в нашем курсе, в нашем обучении по продвижению своего YouTube-канала. Итак, друзья, первое задание. В принципе, тут ничего сложного нету, но повторюсь, плюс некоторые люди, они совсем далеки были от YouTube и вообще от продвижения в интернете, поэтому сделаю подробный такой гайд, где расскажу все пошагово. Ничего сложного нет, но я думаю, когда вы посмотрите, вам прояснится для тех, у кого еще не прояснилось, и сделаете вы все это там буквально за 5 минут. Итак, сегодня расскажу, как создать свой YouTube-канал, как записать первое сообщение голосовое и как сделать оформление в редакторе там, или сервисе Canva называется. Итак, поехали, друзья. Первое, что нужно сделать, это создать почту в сервисе Gmail. Да, дружище, у некоторых еще нету. Есть там единицы, но они еще староверы, они такие еще в одноклассниках сидят, у них нету там почта какая-нибудь на Mail.ru там, или инбокс какой-нибудь. У меня, кстати, тоже когда-то была, и даже аккаунт в одноклассниках, ну, это было давно. Так, ладно, шутки-шутками, друзья, если у кого-то еще нет, делаем почту на Gmail и переходим дальше к следующему заданию. Активируем ее там по всем правилам и дальше переходим по ссылке на youtube.com. Сейчас открою, где-то он у меня тут, я даже открыл. Конечно, в Safari будет, это еще тот емор, но показываю. Заходите на YouTube, вот здесь будет настройки, ваш аккаунт, нажимаете здесь. Будет там или создать канал, или мой канал, и там будет создать канал. Я уже точно не помню, 1000 лет назад создавал эти каналы. Ну, я думаю, разберетесь. Нажали там на создать канал, попадаете вот на такую страницу. Если не попали, опять же, в настройках переходите, нажимаете мой канал, или там творческая студия, настройки, там сюда заходите. В общем, на этой странице что нужно сделать? Здесь оформляем страницу эту, нажимаем сюда. Ну, это Safari, они не дружат с Гуглом. Здесь не получится мне показать. Ну, здесь просто подгружаете картинку. Как создать картинку, я дальше расскажу. Там сервис Canva, очень просто, легко. Здесь вы подгружаете эту большую картинку, где будет название вашего канала и основное графическое содержание, так сказать. Можно, вот видите, какой красивый тут у нас мужичок такой. Забыл, как его, Франклин, по-моему. Ну, не суть, короче, друзья. Главное их побольше иметь, а не знать, как их там зовут. Друзья, смотри, дружище, теперь вот такая миниатюрка, это аватарка, сюда тоже нажимаешь, здесь переходишь, тоже закачиваешь свою аватарку сюда красивую и придумаешь название какое-нибудь заманушное, которое будет потом использоваться, естественно, ну, по тематике, опять же, надо придумать, чем оригинальнее, чем интереснее, чем больше оно внимание будет привлекать, тем больше у тебя, естественно, будет подписчиков. Потом, когда мы будем продвигать быстрыми методами, о которых я уже рассказывал вскользь, ну, будет подробный марафон, где мы будем привлекать именно теплую аудиторию простыми действиями в интернете, на YouTube. Так, поставили здесь картинки, прописали название, дальше переходим теперь. У нас все наоборот, друзья. Давай теперь расскажу, что нужно сделать в плане голосового сообщения. Заходите, это делается для нашей команды. Здесь задание было надиктовать первое свое голосовое сообщение. Это как бы тренировка идет перед созданием уже своего видео, которое вы выкладывать будете, своего персонального видео на YouTube. Нужно создать простое голосовое сообщение. Что вы делаете? Заходите в чат обучения по YouTube каналу наш, нажимаете вот сюда. Так, нажали кнопку, можете ее держать, пока вы держите, она записывает. Записывается голосовое сообщение или, например, вверх поднять. И дальше просто бросаете кнопку, и пока вы диктуете, запись идет. Что нужно записывать? Записывать мы тренируемся наше обращение к нашим подписчикам на YouTube-канале. Приветствие и плюс коротенькое такое обращение насчет отчета или там ваш опыт заработка в проекте «Форсаж». Например, там, привет, братишки и сестренки, сегодня я расскажу вам о проекте «Форсаж». В данном проекте я там зарабатываю с такого-то числа, столько-то я заработал, здесь мне нравится то-то, не нравится то-то, я там работаю в команде такой-то, мне нравится там то-то, не нравится то-то, конкретный человек, который мне не нравится, ну, шучу, у нас все красавцы, все молодцы. В общем,
коротко о проекте, как вы зарабатываете, ну, то, что вы хотите поделиться со своими друзьями, с вашими подписчиками, с вашими будущими коллегами. И дальше просто нажимаете «Отправить чат», я это делать не буду, все это задание по голосовому сообщению будет выполнено. Я отменяю это сообщение. Дальше. Смотри, дружище, то есть голосовое сообщение мы отправили, теперь смотри, переходим на сайт canva.com и делаем оформление для нашего YouTube канала. Заходим, ну, сейчас... Смотрите, ссылка, если кто-то еще не знает, canva.com. Есть также приложение, которое можно скачать там на телефон, на планшет, без разницы, где хотите, можете в браузере, можете так. Регистрация простейшая, не буду останавливаться, ну, сервис мне очень нравится. После того, когда вы попадаете на главную страницу, здесь смотрите, все очень хорошо. Здесь можно для любой соцсети найти уже готовые шаблоны, например, для Инстаграма. Нажимаете, меняете надпись, картинку и все, готовые у вас красивые шаблоны. Есть логотипы, как делать. Есть для публикации для Facebook, презентажки, сторис в Инстаграм, Facebook. Вот интересная штука, анимация, по ней мы будем делать тоже марафон, отдельно буду рассказывать. Как все делается, элементарно, нажимаете, меня можете передвигать, два раза там нажали, меняете уже там, удаляете, пишите свой текст какой-нибудь прикольный там, что-нибудь, я не знаю, что мы тут напишем, давай с тобой, дружище, поприкалываемся, привет, страна, что-нибудь такое. Так, с этим разобрались. Ну, нас интересует, естественно, YouTube. Здесь, кстати, куча всяких шаблонов. Не забываем, есть платные, есть бесплатные. Если хотите пользоваться платными полностью всеми возможностями, по-моему, 10 баксов в месяц, я не знаю, как бы, небольшая сумма, это уже по желанию. Я все время хочу... Вот, цены, кстати, кому интересно. 9,95. Canva Pro. Я все время хочу купить, в принципе, ну, до сих пор не нашел причину для чего, потому что бесплатных шаблонов вполне хватает. Не знаю, кто там, маньяк такой, хочет попользоваться полным функционалом, пожалуйста, не препятствую, как говорится. Надо будет как-нибудь вам анекдот рассказать про «не препятствую», прикольный, кстати. Напомните, друзья, как-нибудь расскажу там на Zoom или еще на чем-нибудь там. Так, смотрим, нам надо для Ютуба. Смотри, прикольно все здесь легко ищется. Выбираешь, пишешь в поиске YouTube. Ютубе. Здесь видеореклама, значок. Значок это то, что я так понимаю. Вот здесь аватарку, можешь здесь тоже сделать. Так, теперь надо искать. У меня миллион тут открыто этих закладок. Друзья, ставь плюс в комментариях, если ты тоже любишь открывать по миллиону закладок. И не закрывать их. Это я весь во всем в этом. Так, миниатюра. Миниатюра это тоже, ну, это перед видео, это, так сказать, такая превьюшка. Я думаю, разберетесь тоже, как делать. Нас интересует оформление. Вот, нажимаю оформление. Как раз здесь, в этом уже размере, который нам нужен. Вот, именно сюда зафигачить наше оформление. Так, а ну, вот оно, да? Ну, берем, например, да любое. Берем, нажимаем сюда. Показываю так в двух словах, чтобы ясно было, понятно. Так. Хотя не, вот с девочкой возьмем, тоже бесплатно. Так. Подгружайся, девчонка. Что-то не хочет она подгружаться, наверное, такая тяжелая девчонка. В смысле, картинка, наверное, тяжелая и не... Не, ну бесплатно, бесплатная картинка. А ну, давай сейчас мы ускорим как-нибудь этот процесс. А, все, поехали. Здесь мы пишем. Ну, то же самое, ничего тут сложного нету. Все на уровне интуиции можно понять. Там, раз, пишем там. Самый... Нет, на каком-то. Самый крутой канал. Вау, вселенной. Вау, вселенной. Вася надо написать. Вася. Вот как-нибудь так. Как-то так, друзья. Потом сохраняешь, дружище, себе на компьютер, компуктер или на телефон, что-то у тебя там. Мамкин калькулятор. Нажимаешь сюда, сюда. Ну и здесь опять же борьба добра и зла. Корпорация зла борется с корпорацией
еще большего добра, ну и подгружая сюда оформление, которое будет выгодно отличать твой YouTube канал от всех других каналов во вселенной. Никто не пройдет против такого крутого оформления. Так, друзья, по заданию. Давай еще раз посмотрим, что тут у нас. Что, по заданию все сделали? Голосовое сделали. А, да, и скопируешь, естественно, ссылку. Друзья, мы чуть не забыли скопировать ссылку. Голосовое мы уже отправили. Канал оформили. Создали канал. Так, где тут наша Safari? Заходишь опять, если ты не на странице «Мой канал», нажимаешь «Настройки», нажимаешь «Мой канал». Нажимаешь вверху, копируешь вот эту вот ссылку и фигачишь ее прямо вот сюда. Отсылаешь и отправить. Все, твое задание выполнено. Ты красавчик, ты молодец, респект тебе. Ты будущий ютубер, будущий лидер мнений. Так, друзья, в принципе, рассказал все по заданию. Напоминаю, сегодня уже крайнее число, друзья. Давайте серьезно подойдем, сделаем задание, чтобы мы не ругали вас, не били, не обижали и все такое. Ну, все взрослые люди, давайте серьезно соберемся и сделаем, потому что, ну, реально, это тот инструмент, который вас сделает в разы и богаче, и эффективнее, и известнее. Кто хочет стать известным, добро пожаловать в ряды ютуберов, лидеров мнений и... Да и вообще просто крутой инструмент, друзья, которым, ну, не пользоваться, это глупо. Итак, друзья, команда, кому понравилось данное видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Кого какие-то вопросы, пишите тоже комментарии, будем отвечать. Будем вместе прокачивать свои скиллы лидера мнений, будем прокачивать свои YouTube-каналы и другие соцсети. Будем зарабатывать неприлично большие деньги. На этом все, друзья, до новых встреч!